Все любят сказки. В них герои побеждают злодеев, а потом живут долго и счастливо. Только в то время, пока Аладдин и Жасмин растят троих детей, Рапунцель расчесывает парики по заказу, русалочка с принцем активно занимаются дайвингом на островах, а Геркулес тренирует девушек в фитнес-клубе. Что в это время делает побежденный злодей? Как складывается их жизнь? Мадам, пока вы смотрите сериалы, герои захватят мир. Ну, мадам. Знаешь, что самое интересное? Мне пофигу, что мне пофигу. Кто бы это мог быть? Я взял на себя смелость пригласить некоторых ваших старых врагов. Кого ты имеешь в виду? Старые враги — это те, которые не новые. Привет, дорогуша. Ну и райончик у тебя. Кладбище прямо под окнами. Зато земля под застройку вышла дешевле, чем на Троещине. Ой, ну круто. Давай теперь посидим и подумаем, как нам вернуть себе былую популярность. Не понимаю, о чем ты. Ну как же, мир, как и прежде, нуждается в злодеях, чтобы сказать, это вы во всем виноваты. Быть хорошим злодеем — это как быть хорошим фотографом. Главное — подходящий момент. Привет. Ты все еще жив. Какими судьбами, Джафар? Я от Аладдина съехал, Жасмин храпит. Всем привет, мы пришли. Правда, зачем? Ну, наверное, уделать героев. О, как в старые добрые времена. Это мы хорошо заехали, да? Малефисент, твои рога стали больше, а каблуки выше. Метросексуал? Мы не стоимся, чи ты шовинист? Так, девочки, не ссорьтесь. Нам нужно направить свой взор в светлое будущее, иначе его у нас может и не быть из-за героев. Зрозуміло, я пішов. Покличете, коли настане ваше світле майбутнє. Я вынужден настаивать, чтобы вы остались здесь со всеми. Настаивать будешь чай на кухне, я пішов. Так, прекратили. Побувай друг друга можно и потом. А, то ти, мабуть, забула. Ти намагалась вбити мене вже двічі. Ой, ты знаешь, как говорят, здесь любит троицу сладкий. Перевор, где вы успокоите металматинец? Свистать всех наверх! О, мадам, вы добрались? Да, мадам добралась на автобусе. Крюк, дорогуша, и ты здесь не ожидала. Не ожидала. Крюк, тебе в глотку. Ты же посадила меня на цепь, на моем собственном растреклятом корабле. Бешеная ты стерва. Но ты пыталась покинуть Перемора за борт. Ай, молодец! Так я выражаю свою любовь. Ты же чертей. Может быть, мадам не против погладить моего далматинца? Или мою змею? Вы знаете, мадам сомнее. Нам нужно создать свое собственное будущее без героев. Ах да, герои. С ними просто работают профессиональные пиарщики. Но ни одна сказка не состоится без хорошего злодея. И тем не менее, помнят только их. Белоснежку, Аладдина, будь он не ладен. Никто не идеален. Добрый быть вечно невозможно. Может ли злодей стать героем? Может ли сердце героя наполниться тьмой? Ну, я не верю, что люди рождаются злыми. Я вот был маленьким, милым осьминожком. Просто однажды совершаешь крошечное зло, чтобы потом сделать всем уйму добра. Но зло получается чертовски легко и классно. А за добро приходится платить непомерную цену. 3000 добрых акул. Я, например, очень веселый чувак, я прекрасный. Молодец. Давайте посмотрим. Я предлагаю глянуть вот историю Малефисента. Тобто ти пропонуєш мені проспати 100 років і чекати, доки мене поцілує чарівний принц? Да. Ага, а мені стати багдадським вором? Мені ж посадять. А, ну ти можеш стати прекрасним принцем і поцілувати Малефісента. Точно посадять. А я можу розчесувати так від білочкою. А ще мені блок з котиками показати? Ні-ні. А я открою своє турагентство «9 кругов ада». Гарячі тури по Древній Греції. Ой, а я буду тоді продавати корм для собак. Что-то вроде «Круэлин». Всім собачкам лучше с ним. Крюк, а ти що ти собираєшся відкрити? Суши-бар, садиско, морепродукт. А ще ми можемо одягати что-нибудь яркое. Нет, не-не-не. Вот не понимаю болезненного пристрастия всех злодеев к черному свету. А все мои знакомые мерзавцы, как один, сидят на своих ebay-ах, аутлетах, в надежде выхватить по акции черный плащ, черный меч, черную обувь. Вот интересно, а нижнее белье у них тоже черное? С резиночками кружевами. Берримор, ты что-то сказал? Вам послышалось. А еще мы можем вместе праздновать Рождество. Мы зл...
злодеи, мы не уходим в закат, нам не достается девушка, и мы Рождество не празднуем. Но мы же договорились, что чтобы победить героев, нам нужно стать лучше их, да? Досить, дівчата, ви втираєте якусь діч. Щоб стати краще, ніж герої, ми маємо стати ще крутішими поганцями. Бембі прав, ми злодії, ми безпощадні і крути, да? Ну, тип того. А, ну, як же тоді мій блок з котиками? Та, я його щойно видалив. Ти мій брат, я тебе люблю, ну ти сволоч сирійських масштабів. Ти в порядку? В порядку. Ти точно в порядку? Та точно в порядку. Ще хтось запитає і отримає від мене попиці. Так, какой-то бред. Що таке? Ну, я гуглю слова, которые касаются нас. Ну, типа, магія, літать, зло. Но виходить не на нашій страниці. А куда? На фан-сайті? Почти. На фан-сайті Варкрафта. Що ти ржеш? Та я тут згадаю історію. Коли тобі було 5 років, ти одягнувся Бетменом і стрибнув із сарая. Ну ти тоді теж пригнув. Так, да, але я був в костюмі Супермена, і мені було 7. А всі ж знають, що Бетмен не літає. Ще це тебе підрихтують. Господа, я написав примірний план, як ми можемо навредити героям. Чудненько. Зловещенько. 15 чоловік, на сьогодні тут мертвеця, і потім то Рома, а його. Молодець, Беріма, все вірно. Це просто великолепний план. Як завжди, тушка, ребята, на абордаж. Нічого на світі лучше нету, чим творить нам зло на всій планеті. Нам, поганцям, все по барабану. Лиш би жить на вас, свія пакє. Не забудем, страх и ужас мы приносим людям. Ведь злодей добро творить не может, так как он ко злу предрасположен. Впрочем, в этой жизни все возможно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет. Замечательно. Мадам снова в деле. У каждого великого дворецкого должен быть свой личный злодей. Я готова гладить вашего далматинца. 36 правильных пунктов.